после революции было такое движение конструктивное. Ну тут от старой застройки у нас остались вот несколько домов каменных. А так вот буквально в 60-е, в начале 70-х годов все здесь были деревянные, не деревянные домишки были. Вот. Красноармейский проспект, сейчас который, была Красноармейская улица, тут вообще машины не ходили. Ходили только трамваи, была мощенная улица. Это была женская гимназия. Она была сначала двухэтажная, потом построили еще один этаж. В настоящее время там располагается десантные военные всякие учреждения. Так, знаете, вот с правой стороны у вас вот этот вот с лестницей сооружение. Это делали новый кукольный театр у нас здесь. Но не доделали, сделали это сам. А с левой стороны проехали этот дом, там была часовня Никольская, так называемая. Вот. А это вот остатки старой застройки. В этом переулке, еще в 19 веке был построен здание центрального родильного дома. Вот оно, салатовое, торчит. Вот. Ну, и там вот работал у нас врач, которая за время осады Тула приняла там 500 роз в Кумилевске. Да. За дни обороны Тулу столько родилось. Да. Там немцы, а здесь рожают. Вот. Ну, с левой стороны была гостиница советская, ее снесли, построили новую, потому что она обветшала, 20-е годы была построена. С правой стороны здесь площадь Восстания. Был здесь, значит, памятник Ленину, но сейчас его перенесли, он находится... И улица была. Демонстрация, вот она пошла туда. Это одна из немногих улиц, которые остались после, ну, самого начала, как Тула строилась. Сначала был построен Кремль, и к Кремлю сходились улицы. И эти улицы просто застраивались домами. И, да. Но Екатерина II, она, значит, сказала, что не, давайте по-другому все делать. Города у нас представляли сплошные заборы, потому что дом строился внутри участка, и от улицы отгораживался забором. Ну, у нас вот такие ворота, вот Ломовский переулок, там такой дом остался, он как бы внутри, а вот здесь такие вычурные стили барокко ворота кирпичные. Вот. Но, как говорится, ворота тогда строили половину дома, понты. Как и сейчас. Да. Вот здесь вот был дом «Утюг», его снесли, но построили аналогичное здание, вот на углу, как раз тут острый угол начался. Вот. Там, в общем-то, торговали хозяйственными товарами всякими, и первый велосипедный магазин был здесь. Вот слева темное здание, это был завод, и слева вот этот вот домишко красный, вот. Пряничный фабрикант был Гречихин. И вот на пряниках он раскрутился, построил вот такой вот дом. Слева администрация. А, это администрация. Да, это ради этого здания снесли весь исторический центр. И с этого момента Тула перестала быть историческим городом. Справа кукольный театр. Да, справа кукольный театр. Недавно его сюда. И проспект Ленина проехали. Мы едем по Советской. Улица Советская, это был у нас вал земляной. Вот. Иван III после стояния на Угре в 1480 году совершил бросок на юг. Это вот как раз начали строить Тульский Кремль через некоторое время. Ну, с правой стороны Кремлевский музей, это бывшее купеческое собрание. С левой стороны вот этот салатовый дом, здесь был стадион, каток. Построили дом.
красного гранита. 3 метра сюда. А вот здесь, видите, высажены молодые кедры. И практически все они приняли. Практически, там если одно-два. А место, где мы брали землю, гильзы, это вот здесь. Вот здесь. Да, потому что здесь было. Блин, да. Это композицию. И красиво открыли память. Аккуратненько кладите цветочки. Мы пришли, Григорий, в очередной раз. А внизу тут речка Рогожник. Да, сказать спасибо. Начиная с осени, начались приливные дожди в 41-м году. И она стала полноводной. И танки уже здесь пройти не могли. Здесь вот просто велся огневой бой. Стреляли друг в друга. А тут высотка? Нет, а тут вот, да? Вот внизу. Это самое. А с той стороны уже Рогожинский поселок. Ну, там было кладбище. И вот колокольни там постоянно. Немцы, то не война. Рабочий полк отчаянно сражался. Враг впереди, а за спиной страна. С винтовкой Мосина полк против танков дрался. Был беспощаден тот священный бой. На место павших становились дети. Кружилась смерть меж небом и землей. Свидетелем боев деревья эти. Здесь кровь пролил бессмертный комиссар. 12 лет погиб Паршутин Валя. А это строчки сердца скромный дар, чтобы никогда никто не забывал. Кисти рук, держащих горячую свечу. Слышите? Вот они. А вот в этом месте написано вскрыть 30 октября, 30 октября, когда погиб комиссар Агеев, 41 года. Там заложена гильза с обращением к молодежи 2041 года. Книги большой толстой, про все это есть. Это вот второй момент, который... Социальная дистанция. Все эти дела. Шаг вперед. Это наш помощник. Все. Спасибо большое, что вы все к нам приехали. Очень рада вас всех видеть. Выставляемся, соблюдаем социальную дистанцию, потому что еще не отменял у нас. И работаем. Нет, это понятно. Как нам поступить?
день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались на особо охраняемой территории Рогожинского парка культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка для открытия первого этапа создания мемориальной композиции в виде стелы, посвященной подвигу Тульского рабочего полка в годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война стала самой страшной и кровопролитной войной за всю историю нашего государства. Она унесла десятки миллионов жизней советских людей, стала синонимом подлинного патриотизма и любви к своей родине. Героическая оборона Тулы началась 29 октября 1941 года и продлилась 45 суток. В ходе нее под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая армия немецко-фашистских захватчиков. Оборона Тулы стала одним из ключевых этапов успеха советских войск в битве под Москвой. Уже в первые дни войны в Тульской области началось формирование народного ополчения и истребительных отрядов из тружеников тыла, на основе которых 26 октября 1941 года был создан Тульский рабочий полк, защищавший город в те суровые дни. Его оборонительная линия проходила здесь, на территории нынешнего Рогожинского парка. В ходе героической обороны Тулы, несмотря на превосходство врага в живой силе и технических средствах, несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, попытка врага взять Тулу и превратить ее в плацдарм для удара на Москву провалилась. И это заслуга каждого советского солдата и труженика тыла, сражавшегося на Тульской земле. В память о тружениках тыла, в память о советских воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания. И сколько бы времени не отделяло нас от событий Великой Отечественной войны, память о тех днях говорит с нами сквозь десятилетия. Глава администрации Тулы Дмитрий Вячеславович Миляев. Дорогие друзья, мы с вами сегодня делаем еще один важный шаг в укреплении исторической памяти и исторической истины. Это наше общее дело. Сегодня мы с вами открываем вместе стелу, посвященную Тульскому рабочему полку. Тула отмечает 80-летие оборонительной операции. Сегодня, 7 декабря 1976 года, нашему городу было присвоено почетное звание города-героя Тулы.
почетное звание, которое явилось следствием мужества и подвига людей, которые защищали наш с вами город. Давайте просто подумаем. Вторая танковая армия Гудериана. Мощная, сильная, профессиональная, вооруженная по последнему слову техники и военно-технических достижений. И защитники нашего города. Народное ополчение. Тульский рабочий полк. Люди, которые вчера еще пекли хлеб, работали на предприятиях нашего города, занимались мирным, созидательным трудом, были вынуждены взять оружие в свои руки для того, чтобы отстоять свой город. И несмотря на превосходящие силы врага, им это удалось. Это действительно героизм. Это ничем неизмеримая любовь к родине, которая позволила нашим людям отстоять наш город и внести важнейший вклад в разгром фашистских захватчиков. Прежде всего, вот обращаюсь к молодому поколению. Вы знаете, ребят, сегодня очень много всякого информационного мусора в интернете. И вы, как активные наверняка пользователи, знаете об этом прекрасно. Но очень важно сохранять историческую память. Чтить предков, которые смогли отстоять наш город, наш регион и нашу страну. Давайте только вообразим себе ужасы этой войны. Когда люди годами в холод, в слякоть, в снег, в ветер с оружием в руках вынуждены были проходить тысячи километров для того, чтобы освободить от немецко-фашистских захватчиков свою родину, а затем и весь мир. Это незабываемый подвиг, это непомерное мужество и честь, и отвага. Дорогие друзья, еще раз спасибо всем за то, что мы с вами делаем это дело. Открываем не только эту стелу, но чтим, помним и будем делать это всегда. Спасибо. Министр культуры Тульской области Татьяна Вячеславовна Рыбкина. Добрый день, дорогие друзья, гости нашего города, столицы региона. Мы открываем памятник Тульскому рабочему полку. Тулики когда-то всем миром отстояли свой город и отстояли в определенном смысле и столицу нашей Родины, Москву. Сегодня создан, и мы открываем всем миром созданный этот памятник. Тулики, представители их, Владимир Петрович Лебедев сегодня здесь с нами, обратились к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину с инициативой. Он поддержал. Было определено как куратор создания этого памятника Тульское отделение Российского военно-исторического общества. Сегодня и Александр Федорович Потапенко здесь с нами, которые работали над памятником, определяли и искали средства. Тульский скульптор Юрий Уваркин, как всегда, в задних рядах стоит. Юрий, поздравляем тебя здесь сегодня. Ему помогали его тульские коллеги, искусствоведы, скульпторы. Тульские парки, которые благоустроили эту территорию. И сегодня мы создали вот такой памятник. Тулики, ребята, юные тулики, пришли сегодня открывать и отдать дань тем, кто когда-то погиб. Вечная память героев, героям. И я еще раз искренне хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто пришел сюда, чтобы отдать дань памяти, отдать честь в определенном смысле тем, кто когда-то сражался за нашу свободу, независимость. И могу только сказать, что это первый этап большого мемориала, который будет развиваться. Здесь будут имена всех тех, кто сражался и погиб. Всех участников Тульского рабочего полка. И взяты они тоже из книги Тулика Евгения Марковича Полозова, которого сегодня с нами нет, но он создал книгу, с ней же обратился к губернатору. Все имена там были найдены, определены, и они будут нанесены на стилобат. Поэтому 9 мая здесь будет открыт целый мемориал Тульского рабочего полка. Я всех поздравляю, всех участников к этому событию благодарю. Вечная память. Спасибо. Директор государственного учреждения Тульской области «Тульские парки» Владислав Александрович Черных. Добрый день. Много лет прошло со времен окончания Великой Отечественной войны. Стереть из памяти то, что выстрадал наш народ, невозможно. Наша святая задача не только свято чтить память о героях, отдавших жизнь за своих родину,
но и воспитывать молодежь на своем примере. Показывая им любовь к родине, к своей стране. Также тульские парки уделяют большое внимание воспитанию патриотической молодежи. Мы регулярно стараемся открывать новые скверы, мемориалы на территории тульских парков. Также вот совместно с военно-историческим обществом, с администрацией города вот открыли данный памятник. Поэтому я очень хочу, чтобы сюда приходила молодежь на возложение цветов, так же, как вы приходите на возложение к памятнику Агееву. Поэтому спасибо вам большое, что вы все пришли на открытие данного мемориала. Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель начальника железной дороги по территориальному управлению Московской железной дороги Александр Федорович Потапенко. Здравствуйте, уважаемые товарищи, тульяки, гости сегодня города-героя Тула, приехавшие из многих-многих городов, городов-героев сюда, к нам в Тулу, в эту славную для нас годовщину, 80-летие обороны, битвы под Москвой, под Тулой и разгрома врага здесь. И сегодня в день подписания указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Туле города, звания города-герой, мы вот спустя 45 лет собрались здесь, чтобы сохранить историческую правду, чтобы увековечить подвиг тех, кто мирно трудился на полях и заводах, и когда враг подошел к Туле, одни были в вооруженных силах, другие были эвакуированы за Урал с предприятиями Тулы. И те, кто оставался здесь, они взяли оружие, чтобы защищать Тулу от мародеров, от диверсантов. Но никто не мог предсказать, что враг уйдет очень быстро. И чтобы остановить врага, не пустить в Тулу, чтобы не позволить парадно войти в Москву, они вышли навстречу, вышли первыми и смогли остановить врага на несколько суток, что позволило подтянуть регулярные войска, создать линию обороны сплошную и в итоге разгромить врага. Конечно, если бы не подвиг бойцов и командиров Тульского рабочего полка, если бы не подвиг всех, кто потом с оружием в руках оборонял Тулу, конечно, трудно было бы предсказать дальнейшее развитие событий, потому что враг с юга стремился к Москве, враг ставил задачу замкнуть кольцо с востока. Но Тула и все те, кто сегодня противостоял, не позволили это сделать. Мы сегодня здесь, вот в Рогожинском парке, сегодня при открытии этой стелы. И мне сегодня очень приятно то, что мы смогли реализовать вот инициативу Лебедева Владимира Петровича, поддержанную губернатором Тульской области, Дюминым Алексеем Геннадьевичем, прежде всего региональное отделение военно-исторического общества. Это не было в планах, но была инициатива и небольшой промежуточек времени уже до этой славной, памятной, героической даты. Но Тула, она и отличается тем, что патриотизм, он в крови у всех туликов. И у простых людей, и у руководителей. Руководители предприятий Тула Чермет, Щекин Азот, Зубицкий Евгений Борисович, Сокол. Сокол Борис Александрович. Хочу сказать, что они, не раздумывая, сразу отозвались на финансирование, и мы смогли реализовать вот то, что сегодня называем первым этапом. Еще несколько месяцев, и мы будем вновь отмечать еще одну великую дату – День Победы. И думаю, что мы уже соберемся здесь в большем составе. Не будет ограничений, но будет уже завершение монументального комплекса, который ознаменует великую победу и подвиг тех, кто эту победу ковал. Я хочу сегодня поздравить вас с 80-летием героической обороны Тулы, 45-летием присвоения Туле звания город-герой и, конечно, вот с установкой этой памятной стелы героям, которые обороняли Тулу и ковали победу.
генерал-майор ФСБ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Петрович Лебедев. Уважаемые земляки, дорогие гости нашего города. 80 лет назад здесь, в Рогожинском поселке, гремели взрывы, свистели пули, погибали тулики. Они погибали, чтобы враг не прошел в родной город. Чтобы не стал здесь хозяином. Чтобы защитить не только Тулу, но и столицу нашей Родины, Москву. Польский рабочий полк создан 23 октября 1941 года по решению городского комитета обороны. В его основу вошли истребительные батальоны. Истребительные батальоны создавались летом 1941 года управлением НКВД по Тульской области, прошли боевое крещение по Черепитью, занимались эвакуацией народного добра из Чернигова-Плавска, и поскольку создавались управлением НКВД, командовать Тульским рабочим полком был назначен капитан НКВД Анатолий Петрович Горшков. Тулики стояли насмерть. Враг потеснил их, занимая их позиции. Но когда они дошли до кладбищенской стены Всетвятского кладбища, комиссар Агеев сказал: «Дальше не пойдем, теперь нам помогут». «Кто?» – спросили бойцы. «Вот они, могилы наших предков». И враг дальше не прошел. Третий батальон резервный под командованием Елисеева в рукопашной схватке отбросил противника вот тот овраг. А 9 ноября рабочий полк вместе со 156-м полком НКВД, батальоном 154-й дивизии освободили Рогожинский поселок. Что они увидели здесь, на месте своих прежних боев, надо прочитать книгу Анатолия Петровича Горшкова «Приказано выстоять» записки командира Тульского рабочего полка. За мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы, и за вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне 6 сентября 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Анатолию Петровичу Горшкову, уже генералу, посмертно было присвоено звание Героя России. В этом колоссальная заслуга нашего губернатора, генерал-лейтенанта, Героя России Дюмина Алексея Геннадьевича. Тут мою фамилию упоминали, что я вот был инициатором. Я просто принес один из вариантов памятника, а идея эта была давно. Я считаю, что это заслуга нашего губернатора. Вы уж мне извините, я привык говорить правду. Ну а мы, вот и так назовем оргкомитет, ну и все, кто принимал участие, мы просто сделали то, что должны были сделать, ну не 80 лет, но хотя бы 70 лет, которые прошли после войны, 75 лет. Мы сделали это. Здесь будет очень хорошо. Это не просто память, дань нашей памяти, нашим предкам, нашим отцам, дедам. Это момент истины для нас. Мы исправляем те ошибки, которые наше послевоенное поколение допустило за последние 30 лет. Последние 5 лет, после, дальше чуть побольше, после событий на Украине, мы снова стали с уважением относиться к нашей истории. Ибо история страны – это фундамент государства. Нельзя строить государство на треснутом или разрушенном фундаменте. Спасибо вам, то, что вы пришли в такую ненастную погоду. Тяжело пришлось тем, кто ехал. Лучше было идти пешком сегодня. Спасибо вам. И обязательно приходите сюда в канун празднования Дня Победы в мае будущего года. Здесь будет очень хорошо. И все, кто придет, тот поступит правильно. Спасибо вам. Честь имею. Фронтовик, участник Сталинградской битвы, освобождение Одессы, участник Великой Отечественной войны Василий Маркович Мирошниченко. Дорогие сыновья, внуки и правнуки солдат Победы, сегодня здесь, как уже было сказано, мы собрались для того, чтобы увековечить память солдат Победы.
и в частности Тульского рабочего полка. Напомню, это люди, добровольцы, от станка приходили сюда. И многих после войны я встречал и приходилось работать. Могу называть имена, но сегодня не время и не час. Так вот, выступающие перед мной товарищи посвятили весь путь Тульского рабочего полка. От начала, то есть с Красного Перекопа и до Вены. Так, что же на пути они встретили, дорогие внуки и правнуки? Вот я выписал специально для того, чтобы вам показать, и вы услышали то, о чем сказал Дмитрий Валерьевич. Запомните и сделайте вывод из того, о чем было здесь сказано. Что пережили и как воевали ополченцы Тульского рабочего полка. Маленький документ на двух рукописных страничках. Вы, пожалуйста, внимательно послушайте. И потом поразмышляйте, когда будете на досуге обсуждать вопрос, что вы сегодня услышали, как кто что сказал и что сделали ополченцы. Вот секретарю Тульского обкома ВКПБ товарищу Жароткову, председателю Тульского облсполкома товарищу Чмутову, верный революционным традициям тульских оружейников, Тульский рабочий полк в борьбе с фашистскими рудоедами продолжает их гнать с нашей земли и уничтожать как паразитов, начиная от поступов к Калуге и до сих пор, то есть 23 декабря 1941 года по 14 февраля 1942 года наш полк находился в беспрерывных боях и походах. За это время из общего состава рабочего полка выбыло, убито и ранено 392 человека. На 14.2.42 года полк имеет 110 бойцов. Стрелки, пулеметчики и минометчики. Остальные, как негодные, внимательно слушайте вот это предложение, как негодные в воинской службе в строю находятся в обозе и хозчасти полка. Это те люди, которые, как на сегодня говорят, и в свое время говорили в 90-е, лежали бы они на печке. Они взяли оружие в руки. Несмотря на неоднократные наши обращения к вам, о посылке, пополнение полку, выделение обмундирования и решение других важных вопросов жизни полка, ответа не получено. Тульский рабочий полк по-прежнему переходит в подчинение разных дивизий и армий полка. За 4 месяца передавался 154-й, 213-й стрелковой дивизии, отдельной танковой бригаде и 217-й стрелковой дивизии 50-й армии. В настоящее время 217-я стрелковая дивизия перешла в подчинение 49-й армии. Командование этих частей, вопросы пополнения, обмундирования и оснащения полка не занимаются, а продолжают использовать полк как живую силу. Так личный состав полка до сих пор не получил верхнего обмундирования. А это февраль месяц.
Все сражение, которое вел и ведет Тульский рабочий полк с фашистскими ордами, еще крепче подняли дух, отвагу и уверенность в победе над врагом. Новыми боевыми делами бойцы, командиры и политработники отвечают на обращения тульских областных организаций. Командование Тульского рабочего блока просит вас ускорить решение вопроса о посылке полку, пополнения, доведение его до прежней численности, а численность первоначально Тульского рабочего полка значится по тем сведениям, которыми я располагаю, около 3000 человек. Решение окончательного вопроса о предоставлении полку вещевого довольствия и вооружения. Решить вопрос об освобождении из полка стариков и больных, так как многие из них принесут больше пользы на производстве. Положительное и скорое решение данных вопросов даст возможность полку тульских оружейников подкрепить свои силы, привести себя в порядок и еще крепче бить фашистскую банду. Командир Тульского рабочего полка, герой Советского Союза майор Кравченко, комиссар Тульского рабочего полка Бенцель, 14 февраля 1942 года. Так вот, сыновья, внуки и правнуки, они в бой ходили не ради славы, ради жизни на земле Твардовской. Вы обязаны чтить память своих предков, которые отдали свою жизнь за вашу жизнь, за сыновей, внуков и правнуков. Тех, кто сегодня, кто 30 и 29 числа октября месяца 1941 года вот на этих рубежах поставил свою грудь под пули, летящие в сторону родного города и нашей страны. Советский народ в 1941-1945 году, несмотря на потери, отступления и не все невзгоды, которые выпали на долю защитников Отечества и тружеников тыла, смогли преодолеть сопротивление сильнейшей армии того времени немецко-фашистской Германии. И погнали вспять отсюда, вот с этих рубежей. И многие туляки от Красного Перекопа прошли свой боевой путь. Одни до Кенигсберга, а затем воевали в Японии, а другие от Кенигсберга, от Тулы, до Кенигсберга, от Кенигсберга освобождали Вену. Вот таков путь Тульского рабочего полка. А теперь подумайте над тем, сколько нужно было иметь мужества, терпения, выдержки и любви к своей родине, чтобы вот в таких условиях, о которых я сейчас зачитал, защищать свое отечество. И меня сегодня, когда я читаю что-то из обороны Тулы, возникает вопрос у меня. А смогут ли сегодня наши потомки, внуки, правнуки и будущие поколения выдержать такую нагрузку, такой удар, который вынесли ополченцы Тульского рабочего полка. В сегодняшние дни мы с вами переживаем не лучшее время. Над нами, нам все время наши бывшие союзники изо дня в день, из часа в час угрожают войной. И помните, что сегодня миром правит насилие, злоба и месть.
Мы на это должны с вами ответить единством. Единственная наша сила. Если мы будем разрознены, в свое время сказал Владимир Владимирович Путин, нас уничтожат. И к этому сегодня весь мир практически ополчился за нашу победу, что мы одержали победу и выстояли 90-е и стали на ноги благодаря, прямо говорю, Владимиру Владимировичу Путину. Он сумел, нашел выход, как в свое время Владимир Ильич Ленин сумел найти выход из положения и разгромить Антанту, сегодня называют это коллективный Запад. Что еще могу вам сказать, дорогие внуки, правнуки и сыновья? Берегите мир. Мы за него заплатили дорогой ценой 27 миллионами человеческих жизней. Это ваши деды, прадеды, и в числе их из 10 миллионов погибших солдат 17 миллионов женщин, детей и стариков. Вот такова цена нашей победы. Поэтому будьте бдительны и помните, что, как написал в свое время Омар Хайям, этому уже 2000 лет скоро, в этот проклятый век не вырастет правды побег. Помните и знайте это. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, пусть в этот значимый и важный день еще одной данью памяти героям станет музыкальное произведение, которое прозвучит для всех собравшихся прямо сейчас. Робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу бесконечная гонка, так бесконечна война. Идет за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май. И будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц запруженных, дверь Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится, кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряя друзей и подруг, ходила и ездила не за наградой, а чтоб разорвать этот круг. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Светленные лица, по-детски восторженный зор. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. Месяц
Дорогие друзья, мы приглашаем всех собравшихся подойти к мемориалу для возложения цветов. Дорогие друзья, спасибо всем собравшимся. Торжественное мероприятие, посвященное открытию первой части мемориального комплекса «Память Тульского рабочего полка», объявляется закрытым. Который напишешь, будет мир. Согласен? Согласен. Держи. Бери. И значок я тебе еще подарю. А мама тебе будет рассказывать, что ты был на этом мероприятии и все услышал, что сказал нам ветеран. Да. Держите. Да. Все твое. Спасибо. Ну, скажи первое слово-то. Скажи мир. Скажи мир. Мир.
Не смущайся. Мир. Ох, какой так, все нормально. А, Юрий, расскажите, как создавался этот памятник? Вообще... Сама идея возникла еще в Рутвинах. Рутвинах еще, да, не отключили. Был сначала небольшой эскиз, но немножко не такой. Потом пришло время уже ходил, да, совсем просто решили посмотреть старый эскиз. В августе мы начали сентября, как принимался, сейчас уже быстро процесс лица. Побывали в музее оружия и увидели. И увидели в молодости, и увидели то, что он творит своими волшебными руками. И поняли, что действительно потомок легендарного левши на Тульской земле уникальный человек. А совсем недавно мы отмечали 75 лет. Нет, 60. Бриллиантовую свадьбу. Вот. Бриллиантовую свадьбу. Я помню, что бриллиантовая. Лея Шарипова всегда рядом с нами. От участников нашего слета 25-го юбилейного в вашей семье процветать, жить и встречать всегда гостей вот в полном здравии. Спасибо большое. Стараемся. Вы видите на этой стороне, это Иван Васильевич Щербино. Обратите внимание на эту красоту. Представьте, что вы стоите посредине этого зимнего леса. Или вы можете дотронуться руками до этой воды холодной, ощутить вот эту всю эту красоту. Надо просто вот влюбиться. Мы влюбились в нее уже давно, мы не можем по-другому. Нам надо, чтобы эта красота все время у нас была. Ага.
На них есть вот у нас три ветерана Великой Отечественной войны, к сожалению, их уже нет в живых. Все это вот это Сафонов, Василий Никифорович Крайков и Аккуратов. Вот. Здесь картины, ну вот обратите внимание, вот допустим, вот эти две нижние вот с портретами, они просто необыкновенные. Это называется «Я жду». Если обратите внимание на чеканку, эта чеканка тоже Ивана Васильевича Щербино. Смотрите, какая она потрясающая. Вы даже не представляете, такая красота. Она создана и на основе плаката времен Великой Отечественной войны, и сюжетами художественных произведений. И еще, это уже отдельно была персональная выставка Ивана Васильевича. Мы ее открывали 18 июня, накануне дня начала Великой Отечественной войны. Иван Васильевич сам сделал вот такой календарь. Большой буквы. То есть люди настоящие патриоты, люди настоящие, мастеровые, труженики. Вот такой календарь Иван Васильевич сделал сам от начала до конца. То есть он его и оформил. Сейчас я вам так. Можете потом посмотреть, полистать, сфотографировать. Просто у нас, к сожалению, Алексинский музей забирает вот часть картин, которые Иван Васильевич нам предоставил. Здесь повторяется чеканка, а еще у него картины, если вы по городу уже проехались, увидите, памятники, посвященные обороне Тулы и Великой Отечественной войне. Сейчас я вам... Все, что сейчас листается, вот, картины. Если вы были в Рогожинском парке, вот памятник комиссару Агееву. Обратите внимание, да, кстати, первая идея. Вот она, Иван Васильевич Щербино. Когда памятник появился, он тоже был на открытии. Хорошо бы, чтобы всем тульскому рабочему полку было что-то. Но он увидел это вот так, вот список, и там слова. Ну, получилось еще лучше. Но откуда ноги-то растут? Памятник уже есть, а это уже то, что вот Иван Васильевич как бы он хотел это все увидеть. Так еще, что открытки, да? Этот вот памятник находится у нас здесь в Заречье, есть кладбище Спасское, и там братское захоронение сержантов, офицеров, солдат. Вот, так что я вам его положу, вы можете его полистать, потому что в руках так неудобно держать. Посмотрите, действительно, красота необыкновенная просто. Можно секундочку отвлекусь? Да, пожалуйста, конечно. Значит, я считаю, что чита Щербино, полноправные члены, участники 25-го слета городов-героев. Согласны с этим? Да, да. Поэтому мы вам вручаем от имени делегатов слета такую плакету, землю, которую мы взяли в том парке. Это ваша теперь. Ответка прилетела. Ну, что еще? Вот вымпел слет городов-героев. Участник. Все как по-настоящему. Ладно, а то он все не донесет. Вот так. Так, ну тут много что еще, в том числе и подарки администрации города. Красивый пряник, красивый календарь. А пряник не просто, он именно сделан для участников, для всех вас. Ну и для других туликов. Ну тут, пожалуйста, 80-летие героической обороны Тулы. Сегодня будет сладкий день. Да. У нас каждый день сладкий. Но это их проблемы. Так, они разберутся, что с ним делать. Ну и... У нас такие же. Блокнот. Новые стихи свои записывать будете, Иван Васильевич. Кстати, да. С эмблемой 25-го слета. Ну и вот эти книжечки, про которые я вам немножко вчера рассказал, да? Вот они. И потом расскажут, как мы с ними работаем здесь. Вот, целый комплект книжечек. Но я хочу еще раз внимание обратить на одну, которую мы сделали с участием Ивана Васильевича. Он полноправный автор. Я просто так собрал и... Вот они, основные авторы. Вот Иван Васильевич Щербино, видите? Иван Антонович Леонов, которого уже нет, но он сейчас смотрит оттуда и говорит,
Молодцы. Молодцы. Кошлев Владимир Владимирович, который сегодня воевал за Киев, видели, да? Да. 47 лет уже на заводе отработал и сейчас продолжает работать. И тоже участвует в слете не просто так, понимаете. И на марсовод он пойдет. И Ходулин Валерий Георгиевич. Это наш замечательный тульский поэт. Оружейник. Оружейник. Я с ним тоже лично знаком. Да все мы друг друга знаем. Это одна команда. Он сейчас тоже болеет. Мы ему позвоним, передадим привет ему от 25-го слета городов-героев. Я на этом закончу. С тем, чтобы время оставить на общение и на разговор. А это все... А, ну еще последнюю секунду. Значит, при открытии памятника... Там не звучали эти слова, но они здесь есть. Вот, когда мы подходили к памятнику Агеева, видели, да? Но я читаю последние 8 строчек. Свистели пули, кровь рекой, пал первый комиссар Агеев. Теперь он в бронзе наш герой. В начале кедровой аллеи, это вы все видели, да? А следующий. А скоро тысячи фамилий бойцов рабочего полка воскреснет из земли и пыли, чтоб с ним остаться на века. Это вот уже год назад. Памятник появится 9 мая следующего года вот в полном обличии, о чем вам сегодня рассказали. И Иван Васильевич, тоже здесь приложил свое участие. И Владимир Владимирович, который постоянно на эти субботники ходил и в парке мы кучу мероприятий проводили. И Кульпов Николаевич, ну я про это вам все рассказывал. Вот команда, на которых держится, понимаете? Ну и с помощью библиотеки, с помощью школ формируется молодое поколение, которое участвует, приходит, слушает, раскрасывает, читает стихи, рисует. И вот таким образом мы это все, связь поколений поддерживаем. А прочитайте стихи сейчас так, как мы заговорили. Да. Иван Васильевич пишет стихи, Валерий Георгиевич Ходулин пишет стихи. Они оба оружейники, оба почетные граждане нашего города. Все это. И как-то у нас вот так вот было, мы вместе собирались. Приглашали оружейника-поэта, оружейника-художника, поэта. Во-первых, еще надо отметить, еще здесь, к сожалению, нет этих работ. Иван Васильевич еще прекрасный резчик по дереву. Вы даже не представляете, какие он делает потрясающие вещи, ложит для оружия. Если слышали, есть такой термин «всечка». Вот Иван Васильевич занимается этой всечкой, занимался. То есть, если посмотреть цикл картину, понимаешь, что так как гравировка требует определенных навыков и эрудиции, поэтому у него даже картины все выписаны до мельчайших подробностей. Там есть вот памятник один в Елейском поселке, вы меня будете проезжать. Вот Иван Васильевич настолько написал эти корзинки с цветами. Вот такое ощущение, что ты сейчас подойдешь, и вот эту корзинку можно взять вот так вот руками. Но я перескочила. И Валерий Георгиевич, Владимир Владимирович и Валерий Леонидович, они здесь для второклашек, наверное, да, второклашки, наверное, да, были. Да. Была презентация очередной Валериной книжки, и собрали детей. Это про стихи. И Валерий Георгиевич себе говорит: а кто умеет писать стихи? Вы даже не представляете. Были дети, которые допробуют. Ну, кто-то 4-6, ну, насколько могут. Все-таки второклашки – это не взрослые дети. Но было настолько детям это интересно, что они же дарили им книжки, то есть подписывали, сидели, дарили книжку. Как раз вот эту тулуя, которая такая плотная в ложке, все это. И уже пока мы ждали, что оставшиеся соберутся, дети еще пришли пораньше, все. Надо было увидеть этих детей. Они делали шаг вперед и говорили: вы знаете, это не мое стихотворение, но можно я его прочитаю? То есть это вот было потрясающе. И второй такой же момент был. Это книжка Валерия Леонидовича, посвященная медали за отвагу 80-летия был. Сейчас вы эти книжки увидите, мы до музея дойдем. Было что? Детям было предложено нарисовать, значит, картинки, посвященные этой теме. И по возможности, если у кого-то еще кто-то знает, ну понятно, что для второклассников это прадеды, прапрадеды, наверное, все это вот. И описать.
Нам потом воспитательница подошла и говорит: вы развините, ради бога, за фантазию моих детей, потому что дети настолько, ну как это так, Маша с Витей вот рассказывают, что у них там кто-то воевал, кто-то про пап рассказывает, потому что медали за отвагу награждали, и после Великой Отечественной войны и в Чечне награждали медали за отвагу, все это, то есть разные вот эти. А у кого-то нет, и вот дети такие фантазии были, вы не представляете. На что ж там обижаться? Ну вот захотелось детям рассказать о своем герое. Ну что ж, чтобы был герой, вот это вот было потрясающе, конечно. Вот. Мало того, что рисунки были, все. А я сейчас расскажу про героя. Ну вот все взрослые ушки-то обострили и слушают. А потом ходит, вы не сердитесь, пожалуйста, у нас дети вот с фантазией. Но это же фантазию тоже проявить надо, это же не просто так вот, ну, рассказать все это. Вот. А проект у нас, Валер, существует много лет. Пойдемте в наш музей. Сейчас, секундочку, прежде чем перейдем, я покажу еще два альбома. Человек не устает творить, мы с ним соревнуемся. Я детскую книжку, а он чеканку, картину, и каждый год и не одну. И вот буквально недавно вот вышли еще два альбома. Один посвященный оружейному заводу. Тут... Кстати, вот здесь вы можете посмотреть те ружья, которые он делает. Здесь вот как он, здесь как он их гравирует, отделывает, а тут же его пейзажи, его картины, понимаете? Вот такой календарь он сделал. Мы, конечно, хотим, чтобы таких календарей было не 5, а хотя бы 1000, чтобы в каждую школу хоть по одному попало. Но это, возможно, просьба на наш следующий грант, может быть, и поможет решить эту задачу. В резолюцию слета. Да, в резолюцию слета напишем, может быть. Так, а второй альбом – памятные места земли Тульской. Кто-то был уже в Ясной Поляне, кто-то в Бехово когда-то был, и так далее, и так далее. И тут опять вот, видите, рисунки, вот памятник Льва Толстого, и тут же пейзаж. Был помоложе, он сам ездил с удовольствием на поезде, выбирал любое место, где ему понравится. Независимо, зимой, летом, вот, пожалуйста, Ясные Поляны. Это ж не фотографии, это его работы, понимаете? Это работа, и вот его работы. Как фотографии. Да, но у него манера письма мелкий этот мазок, и они получаются как прорисованы. До последних мелочных деталей. Ну, природа пошла красота. Вот, красота, вот пожалуйста, Поленова, вот видите. Их бы вообще в продажу. Такую бы сделали бы, правда, по стране бы. Это нужен большой бизнес-проект, да, большие вложения. Только это вещи, да, да. И это вот все сделал один человек. Не устарею повторять, при поддержке его замечательной жены, которая он рисует, она его кормит, ухаживает и вдохновляет. И тоже она работала на оружейном заводе. Вот все такие. Вот я немножко отошел, я что, здесь нет на оружейном заводе. Ну вы полистаете, конечно, посмотрите, сфотографируйте. Набирайте, кто помогает. Ну, у каждого есть своя типография, с которой они могут сделать. Ну, в зависимости от финансовой возможности. Да. Но он возможности, хочет, сами понимаете, ограничены. Поэтому... Говорит, что он хочет видеть в этом календаре. Да. Все? На все хватит. Здесь на баннерах представлены это... Те, кто служил на крейсере «Варяг» и канонерской лодке «Кореец». Вот один Максимов у нас был, Николай Павлович. Но во всяком случае, вот из туликов только о нем что-то известно. Он у нас здесь похоронен в горелках на кладбище, все. Остальные, кто с фотографиями, это вот самые дольше всех, которые прожили. Это Чибисов и Кузнецов. Чибисов успел получить медаль за отвагу, которую награждали в 1954 году. В 54-м награждали 50-летию подвига. К сожалению, Александр Ильич не получил, потому что он умер в 51-м. Вот. Это священник, что примечательно, та же самая фамилия, как у Всеволода Федоровича, просто не однофамильцы, но он тоже уроженец нашего Тульского края, поэтому мы вот ими гордимся. Об остальных у нас только то, что указывалось в послужных списках, они у нас тоже есть, в электронном виде мы заказывали в музее флота, и вот они нам прислали, благодаря этому сделали такой баннер. На этой стороне у нас моряки, уроженцы Тульского края, первопроходцы и первооткрыватели. Мы очень гордимся Франчищевыми, Скуратовыми, Челюскиным и Чириковым, потому что они участвовали в Великой Северной экспедиции.
Это наши моряки здесь и участники Октябрьской революции. Это Сладков Иван Давыдович, который был морским комиссаром РСФСР. Шинцович и Беклемишев — это подводники. Всеволод Федорович Руднев, соответственно. Сухотин и Хрущев. Один у нас Черноморский флот. И второй тоже. Один Севастополь, другой Наваринское сражение. И на крайнем это моряки, уроженцы Тульского края, герои Советского Союза. Вот. Опять же, наши туляки. Вот. Хотя моряков, как казалось, Тул совершенно сухопутный город, но, тем не менее, морских имен очень много, и по базам ОБД и памяти народа мы нашли почти 500 фамилий. Да. Вот. А это наш такой музей. Музей у нас необычный. Почему? Сейчас объясню. Потому что мы попытались в одном маленьком месте собрать все самое интересное и, на наш взгляд, то, что действительно нужно. Это история Тульского края и наши ремесла, которые у нас есть. Это, соответственно, флот, потому что морские имена Тульского края, мы с ним связаны, вот как раз все это. И Великая Отечественная война, без которой мы просто не можем. Все экспонаты, которые вот здесь в витрине касательно Великой Отечественной войны, это все, что нам передали поисковики. Можете открыть витрину, потрогать руками, мы разрешаем в нашем музее все. Если посмотрите, вот в этой витрине представлены подлинные письма, можете посмотреть. 42-й, 43-й и 45-й год. Можете открыть, достать и почитать, мы не запрещаем. Пожалуйста. Открыть, пожалуйста, вот так, да, вот так вот выдвигаете и можете посмотреть. Это письмо карандашное 42-го года, это 43-й. Страшно брать. Можете, не надо. Можете, мне кажется, да. Мы же дети. Вот так они должны выглядеть. Что? Современные витрины для музея. Что бывает с подсветкой? Что? Ну, понятно, вы вот это сделать. Если вы не можете, мажор, уйдете, я расскажу историю этих витринов. А это? Они помогли. Это солдатские, это вкладыши с солдатскими медальонами. Если кто слышал, ни разу не видел, то вот можете посмотреть. Это подлинное, то, что поднял наш отряд щит. Вот те медальоны, это официальные. А это рукописные, все это они еще читаем, а все это. Вот. То есть это и одному из родственников мы в этом году отдали медальон, и все это нашли родственников. Искали очень долго, в течение 10 лет. Как это вообще получилось? Ну, я сама с поисковым отделом. Соответственно, мы просто дружим с поисковиками. А вот так выглядит сам медальон. Вот такой вот он. Вот такой вот. Еще делали, знаете, наподобие, сейчас я покажу, не совсем то, делали из гильзы. Возьмите еще раз на руку вот это, пожалуйста. Вот так вот возьмите, сейчас как выглядел медальон. Вот так вот, давайте, чтобы вам удобно было. Смотрите. А еще делали, знаете, из гильзы, но здесь, если было плотно закрыто, то это имело смысл. Если, конечно, не плотно, делали наподобие вот этой вот, зажимали вот так вот, занимали вот сюда, вкладывали бумажку, но вот здесь меньше шансов на то, что можно прочитать, потому что практически, ну, она и не перевозможна. Металла, и да, все, вот, вещи, это вот. Да. Который год лежу я здесь, на рубеже, и тишина у нас, и пули не свистят. Не жмусь к земле, и страха нет уже. А как я дрался, гильзы подтвердят. Винтовочка со мной все эти годы. Лежит подружка рядом, под рукой. Березки русские над нами хороводы выводят тихо летнюю порой. А копчик мой, сравнявшийся с землей, наверное, не найти теперь, как и меня. Свое последнее пристанище родное я выкопал с любовью, не спеша. Я из него равнял свой счет с фашизмом, смотря в прицел, как в поле из окна. И мне казалось, что под небом чистым царят по-прежнему и мир,
и доброта, как будто не в прицел, а в школьное окно смотрю во все глаза на нашу Сашку. Я приглашу ее, наверное, в кино, поймав в ответ улыбку нараспашку. Мы думали о жизни и мечтали. Я маму вспомнил и сестру мою. По каске новенькой осколки запевали дурными соловьями песнь свою. Ну вот уж началось, как будто не со мною. Откуда этот страх, что аж дрожит душа? Я делаю движение простое и клацаю затвором чуть дыша. Как быстро началось, уже среди разрывов я вижу цепь людей. Нет, не людей, врагов. А в голове безудержным мотивом мелькают образы прадедов и отцов. Наверное, им тоже было страшно, но ведь не так, как мне теперь сейчас. Так хочется обратно в ту юность, непрожитую для нас. Ах, батя, родненький, ты видишь, я не трушу. Мой первый в жизни самый страшный бой. Хотя на выворот вытягивает душу летящих мин нетерпеливый вой. Попал в прицел, во всем зеленом парень. Он, видно, тоже маму вспоминал. Упал, взмахнув как крыльями руками. И гильза первая ушла к моим ногам. Еще вложил я за соседа справа из гильзы струйкой, как душа, дымок. Сосед, что слева, то ли Ваня, то ли Слава, молчит, закончив первобойный взрок. Ведь утром же мы с ним еще курили, впервые в жизни кашлем заходясь, не став мужчинами, о женщинах шутили, как девушки, от чисти поклянясь. Одна обойма кончилась, другая, равняя счет за тех и за других, не веря все еще, не понимая, как гаснет пламя жизни молодых. Еще один завален, придет ли бою этому конец, не знаю. Но моим свинцом завален немецких рыцарей зеленый молодец. Скользит ладонь с приклада от крови. Моя ли она, а может быть чужая? Поди ж теперь попробуй разбери, не до того. Да и разница какая. Людская кровь — кровавая руда. Над ней трудились сотни поколений, течет рекой широкой в никуда. Не дай Господь в беспамятство забвений. И вдруг разрыв. Осколочек лихой в лицо вонзился, пробежав в висок. Промчался раскаленную струею, вмиг оборвав, что я любил и мог. И темнота, и ночь, я терпеливый. Так день за днем пришел и век другой. Я был убит без боли, я счастливый. А жаль, что был короткий этот первый бой. 70-я весна встречает нас. Опять тепло, и вишни зацвели. А мы лежим, не беспокоя вас, почти что рядом с жизнью, но вдали. Как долго ждем, что вынесут и нас. Своих давно ведь немцы унесли. И ганцев тех, убитых мной за вас, они уж точно в списке занесли. Поет 70-я весна на все лады, от мира ожалев. А среди нас такая тишина, не выскажу, навеки онемев. Мой медальон, наполненный водой, лежит поодаль. Мне видать его, зарос дерном, засыпался листвою, навряд ли, братцы, вам найти его. Без суеверий я успел его заполнить и буквы выводил, как в классе, в аккурат. Все образы родных пытаюсь вспомнить, а все обрывки в памяти летят. У немцев медальоны — это сила, а наш дерьмо, чуть что прощай навек. Хоть смерть нас одинаково косила, да наш пропал безвестный человек. Безвестный медальон, как без вести пропавший, родителям бойца уже не принесут. Пустышки мертвые на миллионы павших, что проку в том, что их теперь найдут. Мне повезло, я словно невредимый. А чуть подальше страшно говорить. Сестричку нашу так накрыло миной, что и не найдете, что и хранить. Она Ерастова с нейтралки дотащила комбата нашего. А он уж не живой. У девочки откуда взяли силы? Для них обоих был последний бой. Меня ж нашли, считай, почти случайно. Парниша, как я, лет 20, присел на край и щупом ткнул нечаянно, попав в меня, не в мину, мать эти.
Вы поаккуратней тут по нам ходили. Здесь их полно, прошедших через ствол. Здесь больше нас снарядов доходили. На этом поле смерти вечный стон. Тут этого добра средь нас навалом. И кучами, и россыпью лежат. Земля спеклась кровью и металлом, а ты лопаткой тычешь наугад. Из года в год рвет над нашим лесом протяжным эхом разрывной хлопок. И чья-то жизнь с печальным интересом душою прется в небо потолок. Который год лежу я здесь, на рубеже, и тишина у нас, и пули не свистят, не жмусь к земле, я сам земля уже. А как я дрался, гильзы подтвердят. 70-й год выпускников, ребят и девочек, счастливых и живых, а я не вижу снов, не слышу слов ни одноклассников, ни близких, ни родных. Не век же коротать под снегом и дождями, придет черед когда-нибудь и мой, и пропоет родными соловьями салют солдатский над моей головой. А вам твердят упорно на исходе века, что мы как будто плохо воевали, что командиры не щадили человека и что кроваво долго отступали. Упорно вам твердят, мы плохо воевали отцам и женам, вашим малым детям, что будто родину проспали, прозевали. Я мертвый, я за всех отвечу этим. Чу! Звякнула лопатка в сантиметре. Эх, не нашли сегодня. Завтра подберут. Нас много на простреленном этом метре. Ребята, черти, тут я, тут я, тут! Вдруг чувствую, что и меня находят. Вот моего плеча едва коснулся щуп. Я вижу, ослепительное солнышко восходит. Как радостно, что люди здесь живут. Как хорошо, что вместе нас сложили. Вот рядом Ваня, Женька и Асхат. Как много нас! Как много нас побили! Глянь в небеса, журавлики летят. Как хорошо, что нас не разлучили. Мы погибали вместе, вместе лежим. Вы бы за нас письмишко сочинили всем-всем родителям, ушедшим и живым. Ну, наконец-то, люди! Я отвоевался, окоп оставил свой, и на века живым для всех живым остался, исполнив долг военный до конца. Thank you.
«Парусиновый мишка». Это стихотворение, оно такое легкое, то есть получается, дети, вкратце так, дети идут в детский сад. Кто-то несет Барби, кто-то несет еще что-то такое. И идет девочка, это уже сегодняшнее современное время, идет девочка, и она тащит за руку вот этого несчастного мишку. Он вот такой вот, вот неказистый какой-то, с зашитым ухом и все это. И в детском саду его все начинают дразнить. Ну что это, у всех такие игрушки новые, красивые, а ты идешь с каким-то рваным мишкой. Она приходит домой, и вот дома ей рассказывают, что это за мишка. Потому что у нас в Туле этих мишек тоже шили. Вот. Это на, вот про нашего тульского мишку вот такой вот, вот такой рассказ получился. Это необыкновенная вещь. Я говорю, все. Дети сидели прям вот так вот, им даже в голову не приходит, что есть игрушки, которые ценны не тем, что они новые, а совсем другим немножко. Там последние строчки можно прочитать. Вы сюжет рассказали, но там дедушка ее пришел в детский сад забирать. Дедушка старенький, а на картинке вот ее мишку бросили, ребята играют современными игрушками, приходит забирать дедушка. И он этим детишкам объясняет. Я могу прочитать, чтобы уже все было как положено. Кстати, на изразце вот на этом стоит клеймо 1837 года. Вот. Половина пропущу, она сказала Татьяна Юрьевна. А вот слова дедушки, которые вот ребятам подошли к нему, он им говорит, отправляли их по свету для девчонок и ребят, ну а этот косолапый самолетом в Ленинград. И Ваюшкины прабабки посреди большой беды этот мишка, две тетрадки и сухой паёк еды самолетом прямо из Тулы был доставлен среди ночи. Дед Ерёма встал со стула, разволнованный был очень. Может, не было бы Варюшки, коль не выжили б тогда. Этот мишка не игрушка, это память навсегда. Их осталось единицей, кто блокаду пережил. Посмотрел в ребячьи лица. Мир нам нужен, прочный мир. С той поры про Ленинград, про войну и про лишение помнит каждый из ребят, а медведю извинения. Каждый мишку подержал. Дедушке от всех спасибо. Кто бы еще им рассказал про истории изгибы? Надо корни знать свои. Кто ты есть, откуда родом, чтобы отчизну сохранить, достояние народа. Мы огромная страна, наша родина Россия. Славься, тульская земля, благородством, верой, силой. Вот такая книжечка. И эта книжечка уже 5 тысяч гуляет по Туле. Уже раскрашена. Про любую можно рассказывать, но я не буду больше. Хотя, наверное, я отвлекся вперед. Вот их тут целый сундук, можете потом посмотреть все это. Она сделала к 75-летию Победы потрясающую выставку. Она начинается с 41-го года. То есть с того момента, как прозвучало по радио, что началась Великая Отечественная война, и заканчивается тем же самым победным маем, когда все вернулись с войны. Но вы представляете, каждая композиция посвящена определенному периоду войны. То есть там, ну, словами этого не передать, это надо просто видеть. Вот это все, причем это все еще как бы иллюстрируется стихотворениями, посвященными Великой Отечественной войне, но надо отдать должное, нет ни одного стихотворения, которое бы вот нам набило оскомину, которое мы слышали постоянно. Там были найдены такие строчки, которые все. Это мы ее даже с ней назвали «Достучаться до небес». Почему? Чтобы дети, ну как-то вот. У меня, извините, просто когда касается войны, я не могу, мне. Мне нервы не держу. Особенно потому, что как дети сейчас относятся современные к этому, вот это всегда обидно до невозможности. Вот. Поэтому вот и это тоже способ, потому что дети приходили, им было интересно это потрогать, почитать эти стихи, посмотреть, то есть как вот это может быть и все. А там вся человеческая жизнь представлена на протяжении всех вот этих вот военных лет, 4 лет, вот 41 по 45, отдельные периоды жизни.
То есть и беды, и несчастья, и радости, и все это. Причем это все было тоже снабжено такими же подлинными треугольниками с письмами. И все потрясающе была, конечно, выставка. Но вот это вот сродни Валерию Леонидовичу. Вот это мы вот этим занимаемся. Вот. Ну и, соответственно, музей, который дети просто вот они сюда приходят. Мы отличаемся от всех музеев, где можно все потрогать руками, можно подержать. Никто тебе не скажет, что это нельзя трогать. Единственное, что корабли парусники не достаем, потому что, сами понимаете, у них посыпь. Все это, да. Все это развалится и все это вот. Но... В детских руках. Покрутить. А еще на прялку посмотрел, стоит вот этот вот увеличитель. Приходят дети, вот этот черный. Дети, как вы думаете, что это такое? Вы не поверите. И самогонный аппарат. И для перегонки хваста. И еще что-то так. Вот все, что угодно. Я говорю, дети, я говорю, ну даже вот подумать, логику включить, ну как это может быть похоже на то, что вы говорите все это? Не важно, ну, не похоже. А то, что продолжение оформления, это все. Эти портреты, вот, то есть вот эти вот афорты, которые вот висят, это Беляев и Беренц, и все вот Федор Шруднев, и еще у нас есть афорты кораблей, на которых он служил, это нам подарили вот в 2009 году, когда библиотеке присваивалось имя. Это вот то, что касается пришло из них. Все остальное, что здесь вот находится, и все это создано нашим вот историей Тулы. Это в свое время у нас было издательство «Шар», они выпускали календарь вот такой с видами Тулы, старой Тулы, это 19 век, где все это вот, некоторые узнаваемые, некоторые ходят, гадают, и все. Вот это примечательно, это вот эти вот... Это была застава. Две таких было. Одна у нас была в Заречье, если вы сейчас ехали, это получается, вот вы же ехали с той стороны, значит, церковь Сергия Радонежского, такой большой собор, если видели с левой стороны, то перед ним стояли, вот как бы пересекает Пузакова, стояли вот такие вот столбы, это называлось Московская застава. И еще два таких же стояли, это где у нас сейчас находится дом офицеров, если от него чуть повыше подняться, то там тоже стояли, это называлось Толстовская застава. Вот. Но их уже как бы давно и все это. Ну а все остальное вы будете ходить на экскурсию, вам расскажут. Вот. Что на наш Кремль, что Кремль пытались разобрать на протяжении многих лет, и причем, как обычно всегда говорят, значит, это вот при советской власти, ничего подобного. Кремль пытались разобрать и при Екатерине, и при последующих. Каждый хотел, зачем он нужен, он же сыпался, его надо было реставрировать. А есть у нас такие книжки очень интересные, их написал журналист Гусев, у него есть прогулки по Тульским улицам. И вот он там описывает, как раз он собрал, и вот там, где книжки представлены по Тульскому Кремлю, можно посмотреть. Очень интересны вот эти выдержки из старых вот этих вот документов, причем архивных, вот там четко прописано, кто, когда, чего пытался вот... Кто-то разобрать на постройке, кто-то вообще ликвидировать, вот, потому что на протяжении многих лет у нас в Тульском Кремле был стадион, и был неплохой стадион, там стояли трибуны, люди занимались спортом, каток заливался, все это, но это перед войной, после войны и все это, то есть Кремль был чем угодно, но не Кремлем. Потом там были очень грандиозный план был уже сделать внутри Кремля, туда перенести дома деревянные, которые были отмечены и выбраны по всему городу, и у нас в Заречье, в Пролетарском районе, все. То есть предполагалось их туда перевести, каждому дому дать какое-то определенное назначение, кто-то там туризм такой, кто-то занимался там народным творчеством, кто-то еще все это вот. Но когда все это просчитали, пришли к выводу, что это все как бы вот... Потом еще сохранить надо, это потому что это же дерево. У вас такой музей есть в Бресте, но поэтому мы понимаем, почему. Дело в том, что при нашей встрече в Сан-Франциско, автор сейчас живет там, я спросил Аркадия Вайсфельда, вы уже прочли мою книжонку, что я упустил, чего не знаю, чего не мог знать, ведь я не воевал. Что вы знаете о высадке такое, что могли бы досказать читателю? Полковник покачал головой. Нет, все верно, все изложено правильно. И вдруг, загораясь, сказал то, от чего меня затрясло. Никогда в жизни не видел я в одном месте столько красивых людей. И вот я хочу сказать, что в нашем союзе городов-героев тоже замечательные, красивые люди. Давайте хранить эту память, пока мы живем. Ну и вот,
нашу малую землю, нашу материал. Это почти рядом. А нас потом в его пункте в 2060-м отдали в военно-воздушные силы. Да. Так что вас выдернули туда, а нас за них не извезли. То есть я поступал в военно-воздушную силу. Ну, смотрите. Собрал документы. Это Сергей. Сергей, пожалуйста, скажи, есть. День за днем. Подобрал, собрал все документы. Мой дед, герой родился Советского Союза, летчик без тресники, близкий во время Великой Отечественной войны, понятно, что это казар, то есть казар. Ну вот здесь мы с Валерием Ильичем ведем ветеранскую работу в областном комитете ветеранов войны Борис Николаевич. Делаем все, что можно. Смотрю. Здесь все знакомые лица. Так что космические войска. Роль действия своей страны. В наших рядах прибыла авиация. Мы заботимся о нашей фотографии. Авиация наша. Давай, герой России. Валя Громова, подойдите туда. Валентин Петровна. Валентин Петровна Громова. Она возглавляет серьезную организацию. Как правильно называть, скажи, чтобы я не перепутал. Фонд имени... Герой России Сергей Громова. Сергея Сергеевича Громова. Благодаря ее усилиям и усилиям фонда около... какой школы? 48-й школы, да? Около 48-й школы установлен бюст Громова. Высажена аллея с помощью Павла Павловича, да? И там идет большая работа тоже патриотическая. И она принимает участие во всех мероприятиях, где она нужна, и она выступает, да, посвященные сохранению памяти. Эфир Первого Тульского продолжает, только новости о важных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. Здравствуйте. Ровно 45 лет назад Тула стала городом-героем. Это звание город получил за самоотверженную оборону 41 года. Враг не прошел. Золотую звезду генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручил в январе 77-го. Это событие стало для туликов одним из самых главных.
Коренной туляк, депутат городской думы Владимир Абакумов, помнит, как 45 лет назад город ждал приезда генсека. Брежнев приехал в Тулу, чтобы вручить золотую звезду города-героя. Тогда студент политехнического института Владимир вместе с друзьями приводил город в порядок. Никто не просил, сами хотели, гордясь родной Тулой и ее освободителями. Сейчас их фотографии депутат городской думы рассматривает в военно-историческом музее. Само звание города-героя оружейная столица получила в декабре 76-го. В январе 77-го состоялось торжественное вручение. Был всеобщий подъем. Когда вот приехал Леонид Ильич Брежнев, действительно, люди стояли на проспекте Ленина, люди стояли около драмтеатра. Была окружена народом вся площадь Победы. Не было цветов в основном, потому что это была зима. Но был елочный, был еловый лапник, которым и площадь была украшена. Были также портреты членов Политбюро и участников обороны Тулы. Вот она, эта героическая звезда, занимает почетное место в центральной витрине Тульского музея оружия. Рядом красное знамя города и оригинальный документ. Священную реликвию генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручал в драматическом театре. Пока кортеж туда ехал, народ встречал высокопоставленного гостя и ликовал от гордости за родную Тулу. Она стала 11-м городом-героем наряду с Ленинградом, Севастополем, Волгоградом, Брестской крепостью, Москвой. Оружейная столица не сдалась врагу и выдержала оборону в 41-м. Это история, которую мы должны сохранить. И сохранить не просто сохранить как воспоминание, а сохранить чувством гордости за то, что наши предки это сделали. И 80 лет назад это проявление героизма и мужество людей, обычных жителей города, которые защищали свой город, оно явилось ключевым для обороны Москвы. Погрузиться в героическую атмосферу 41-го тулики теперь могут в парке «Патриот», где открылся новый музей обороны. Поделился экспонатами и Тульский исторический музей. В Туле сегодня прошла презентация мемориальной композиции в виде стелы, посвященной подвигу Тульского рабочего полка в годы Великой Отечественной войны. Установлена она в Рогожинском парке, который носит имя полка народного ополчения. Предложили установить памятник Тулики, чью инициативу поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Идею реализовал известный тульский скульптор Юрий Уваркин. Эскиз создавался совместно с военно-историческим обществом. В итоге получился Тульский рабочий полк в лицах. Возглавляет его сам командир Анатолий Горшков, позади комиссар Иван Богомолов. Есть сходство с реальными людьми и образы медсестер. Всего изображено 13 человек. Это было пожелание, и, в принципе, я думаю, что это все-таки правильно. Какое-то должно быть сходство памяти тех людей, которые обороняли наш город, да и всю страну. Установка стелы – это первый этап строительства мемориала. Здесь запланировано строительство целого комплекса, который будет возводиться после зимы. Мы работали над тем, чтобы здесь еще был стилобат, большая такая стена, как неприступная крепость Тула. Сказали же, да, город стоял как неприступная крепость. Вот эта крепость здесь еще будет, здесь будут имена участников Тульского рабочего полка, будет благоустройство, будет освещение, лавочки, где можно сесть, отдохнуть. Это все будет сделано по сезону, к весне, и к 9 мая здесь будет открыт целый большой мемориальный комплекс. Птицы вдаль умчались годы, в Туле шел когда-то грозный бой. Город-оружейник одолел невзгоды, победил и стал героем. Говорит.
поблагодарить за такой подарок, который подготовил наш славный творческий коллектив драмтеатра. И сказать, что неизвестных становится все меньше, а фамилии, которые появляются в парке, все больше. Наверное, вы не знаете еще, да и артисты еще не знают, что 7 числа в Рогожинском парке, который носит имя Тульского рабочего полка, открывается первая часть монумента, посвященная бойцам и командирам Тульского рабочего полка. А 9 мая следующего года появится большая стена, на которой будут фамилии всех туликов, бойцов и командиров Тульского рабочего полка. Еще я вам сказать хочу буквально несколько слов. Традиция – это не поклонение пеплу, а передача огня. А огонь можно передавать по-разному. Вот сейчас вы получили эмоциональный большой заряд, да? Что нужно хранить память, нужно и родственников вспоминать, и всех, и ходить на мемориалы, и взлагать цветы, и делать это не только 9 мая, а всю свою жизнь. Вот мы организовали 25-й слет городов-героев. Завтра он откроется. И из большинства городов-героев в Тулу приедут делегации, чтобы вместе с нами порадоваться празднику 80-летия разгрома немецких фашистских войск под Тулой и Москвой. Они будут здесь, они сами скажут. Вот первый гонец этого слета из Новороссийска, Яна Александровна, она приехала пораньше, она тоже вам хочет сказать. Пожалуйста, Леночка. Уважаемые тулики, уважаемые артисты Тульского драматического театра, огромное спасибо за то, что этот день мы провели сегодня вместе с нами, за вот это перемещение в те годы, в те дни, когда были горести, когда были радости, когда была неизвестность, но свершилась победа. Мы благодарим тех людей, красивейших, с величайшей силой духа. Мы помним их, и мы будем хранить эту память. И поверьте, в нашей душе живет вера в то, что союз городов-героев – это возрождение славянского государства и народов. И ведь будет так обязательно. С праздником вас, тулики, с 80-летием обороны Тулы и 45-летием присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Ну и в завершение, весь этот праздник был в стихах и песнях. Я уже много лет делаю для детишек наших книжки со стихами и с рисунками для раскрасок. Я прочитаю всего 4 строчки. Пусть память эстафетой поколений по Туле движется века, а в ней живут Волнянский и Агеев, и подвиг Тульского рабочего полка. Спасибо.
автобусов. Угу. Вот. И были грузовые. Громов раскаты, и как будто вчера поднимались в атаку полки. И мы все как один, назывались по-русски солдаты, и бежали вперед, примыкая к винтовкам. И лили окопы, локоть в локте, грузин и татарин, украинец и русский, молдаванин и белорус. Было нации две в том окопе, кто жив и кто ранен. И народности две, кто герой, а кто попросту трус. Вот прошло 60, он к 60-летию написал. Вот прошло 60. Это много, а может быть мало. Много, мало чтобы забыть, много чтобы развеялся дым. Чтобы все пережить, не полвека, а вечности мало. Память. Thank you.
назад уехали из Тулы делегаты 25-го слета городов-героев. Так, по графику. Они не видели этого спектакля, ну, хотя я им рассказывал, кто такой Волненский. Но фильм будет, я тоже снимал. Буквально сегодня фрагменты этого фильма будут уже в тех городах, чьи делегаты были у нас. Обратите внимание, город подготовил календарь. И самая главная фотография на этом календаре – Леничий. Видите? Вот. О! Это я вам передаю для музея. Спасибо большое. 25-му слету опять город подготовил вот такой подарочный пряник. Открывать не буду внутри, но там понятно. Пряник, посвященный 80-летию обороны. Ну а теперь хочу сказать самое главное. Где-то где-то с места гибели комиссара Тульского рабочего полка Григория Антоновича Агеева Юрий Николаевич свидетель был. Да, и Полина Маймурова, которая и там... И Полина, да. И это было не просто, вот мы пришли троем, ковырнули землички и все. Это было в ходе большого мероприятия, посвященного обороне Тулы. Вот эту памятную плакету я передаю вашему музею. Весь текст вы почитаете, но последние четыре строчки я зачитаю. И память эстафетой поколений по Туле движется века, а в ней живут Волнянский и Агеев. И подвиг Тульского рабочего полка. Спасибо, Валерий Леонидович. Это еще один вопрос. Спасибо. Когда мы готовились к 25-му слету городов-героев, мы подготовили очень много подарочной продукции. Например, вот эти такие блокнотики. Я их оставляю вам, вы их заслужили. Значит, ваши артисты их получат. Вот есть такой диплом. Значит, это те все мероприятия, на которых были участники слета. А здесь свободное место. Я специально сделал такой диплом с тем, чтобы его заполнить сегодня по итогам вот этого спектакля и написать. Награждается коллектив трижды краснознаменного театра-студии «Эксперимент» Центра образования номер 4, а далее по тексту. Поэтому это будет подарок от вас. Обороне Тулы 80-летия, от участников слета вам такой диплом. Ой, спасибо, Валерий Леонидович. Кстати, зенитка заказана на личные средства Валерия Леонидовича. Это не обязательно рассказано. Тут несколько книжек, которые посвящены тоже обороне Тулы, Москвы. Обороне Тулы и Москвы. И в середине как раз вот то мероприятие, которое прошло 17 сентября с участием ваших ребят в Рогожинском парке. Книга называется «Живи и помни». А здесь ребята держат в руках как бы ответ «Живем и помним». Это ваши книги, будете с ними работать, углублять свои знания. И... Это вообще... Я взял вчера, нашел газету «Слободу», тут целая страница в рассказе Кармайкова, в то время руководителя привокзального района, о всех эпизодах обороны Тулы. Целая страница там найдете. А на следующей странице рассказ о парке, который открылся в нашем парке «Патриот», а открытие музея, посвященного обороне Тулы. Он открылся 4 дня назад. Мы там были делегаты слета, они просто были потрясены увиденным. Не только рассказом о том, за какое время он был создан, но и то, что там находится внутри. Сейчас в этот музей можно записаться и приезжать. Я вам советую очень побывать. Вы получите очень много вдохновляющих сил и понимания, что было
те грозные годы 41-го года. Так, и, наверное, вот. Наверное, унести бы все, да? Наверное, скоро завершу. Как всегда. Значит, по поручению делегатов других городов, значит, ваш коллектив становится коллективным участником 25-го слета городов-героев. А это, а здесь написано, бейджик, участник 25-го слета. Ваш коллектив участник этого слета. Никто не сомневался, что такой был. Вот такой вымпел мы тоже вручаем музею вашего, с тем, чтобы знали, когда проходил, какой слет и чему посвященный. Пожалуйста, Юрий Николаевич. Спасибо. Ой. Ну там копаться не буду. Там значки еще есть, ручки есть с эмблемами слета. Значит, Юрий Николаевич разберется. Кому их подарить и вручить. Спасибо вам. Вы сделали замечательную работу сами. И даже вот, находясь на этом собрании, на этом спектакле, вы почувствовали, вы поработали и над своей душой. Так? Спасибо. Большое спасибо. Thank you.